У каждого из нас есть бабушки и дедушки, которые всю свою жизнь проживают в деревнях. Будучи детьми, мы проводим у них все летние и зимние каникулы, наслаждаясь природой и свободой. Однако в наше время, когда технологии шагнули далеко вперед, большинство детей предпочитают проводить свои каникулы в квартирах многоэтажек. Республика Татарстан имеет свою многовековую культуру и язык, который, к сожалению, сейчас стал забываться молодым поколением. Правительство Республики Татарстан старается популяризировать татарскую культуру, но заинтересовать ребенка изучением истории своего народа не так просто. Именно поэтому было принято решение о создании проекта «Ура, Авалга». Он направлен на то, чтобы привить детям любовь к своему народу, мотивацию к изучению татарского языка, а также ощутить на себе все прелести летних каникул у бабушки в деревне. Идея на время отдыха детей в деревне создавать там такую вот насыщенную, обогащенную языковую среду. Но как это сделать? Конечно, сделать в формате лагеря, вместе с вожатыми, вместе с теми, кто может организовывать отдых в течение дня. Проект «Ура, Авалга» стартует 15 июля. В течение 5 дней дети вернутся в село к своим родным, чтобы провести время в кругу сверстников, повеселиться и открыть для себя новые знания. Бесплатные лагеря дневного пребывания будут открыты в 5 муниципальных районах республики – Арском, Балтасинском, Тюлячинском, Апастовском и Алькеевском. В каждом поселении выбраны деревни, которые станут точками проведения. Программа проекта обширна. Здесь ребята смогут посетить мастер-классы по татарскому современному танцу или по актерскому мастерству, познакомиться с татарскими народными инструментами, народными сказками и мифами, а также с головой окунуться в традиции своего народа. Городские дети, которые приезжают в деревни, живут там, они же основную часть получают там ношение языком, ношение каких-то определенных традиций. Вот не секрет, когда встречаешься с кем-нибудь, если он как-то из городских как бы жителей, спрашиваешь, где тут татарское, как где? Я же там в деревне все детство проводил. Вот. И так получается, вот основа этих как бы идей и передачи языка, и передачи ценностей вот через такие проекты мы хотим еще раз усилить. Я еще раз хочу поблагодарить движение первых. Я считаю, это очень важно, потому что тем более в летний период, когда большинство ребят приезжает в гости к бабушкам и дедушкам, и в рамках этого проекта мы еще больше будем популяризировать татарский язык. И основная цель его, чтобы дети, приезжая в деревни, не обучали русскому языку своих бабушек и дедушек, а наоборот, чтобы они именно вот в деревнях в летний период еще больше узнали про национальность, про национальный язык, про татарский язык, про его особенности. И чтобы больше в дальнейшем с интересом развивались в этом направлении. Сопровождать отряды детей будут вожатые из деревень, в которых будет базироваться тот или иной отряд. Перед стартом смен каждый вожатый пройдет 10-дневную практику, в которой обучится необходимым навыкам по работе с детьми. В проекте «Ура, Авалга» смогут принять участие дети в возрасте от 6 до 17 лет. Отметим, что первый татарстанский лагерь реализуется при поддержке комиссии при РАИСе Республики Татарстан по вопросам сохранения развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан. Адлина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости.